Стоп, стоп! Да смотри до конца! LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно. А если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Подожди, Данил Граф — это с канала ДК? О, вот мой любимый видеоблогер, ребята, Данила Граф. Ох, помню, он раньше что-то снимал видосы про дошик, про крокус. Теперь вот снимает новый видос. Посмотрим, о чем оно, ребята. Наверное, опять сегодня какие-то мысли будет вкидывать, дорогие друзья, как он обычно это любит делать. Ля, кстати, он как-то поменялся. Выглядит так, будто стадион собрал. Ну, пока обычный ролик графа. Пока самый обычный. Ага. Не, ну это он зря, кстати говоря, уже. Тут объективно зря. Тут объективно зря. Что про мою мать сказал, а? Это он про мою мать, я не понял? Это он про мою мать что-то сказал сейчас? Он вообще охренел? Блять, я это не буду терпеть. Я это терпеть не буду. Ну хоть извинился. Бля, неплохо. Прикинь, он сейчас съел бы устрицу. Охуеть. Я говорю, я не готовился. Бля, неплохо. Кстати, интересно, он понимает то, что понимать политику на Ютубе опасно в первых 3 минутах? Как будто зря понимает тему политики. Наш. Наш. Наш, чувак, наш. Ебать, у нас уржики умеют разговаривать? Не знал. Неплохо. Ну не, воды много льет. Я согласен с этим планом, чат. Очень много воды. Вот как будто можно было сократить видос на минуту, на две как минимум. Да, душнит немножко. Нет, я понимаю тему, я понимаю смысл, что он пытается донести, но как будто можно было в двух словах. Ну, бля, рекламу зря вставил. А почему у меня спонсор блок рекламу не скипает? Блять, осуждаю. 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 Подписывайтесь. Блять, очень, наверное, сложное видео для графа было. Но, по-моему, это лучшее, что он делал в своей жизни. Как будто лучшего граф никогда не делал. Твою ж мать, им чё... Бля, нихуя себе!
продолжилось. Сука. Бля, в тему. Буду